Ребята, всем здравствуйте. Я приветствую вас на канале Global Seafoods. Вот, сегодня, видите, у меня стоит такая чаша из брокколи. Вот, и мы сегодня из этого всего приготовим крем-суп-пюре. Конечно же, с мясом краба. То есть, чтобы он не был такой прям пустой, пустоватый. Вот, добавим туда морепродуктов в виде краба. Ну что, давайте приступим уже.